catch us today. 5.50. Это что сказал мне? Ну, отрабатывали район, там, где наимовернейшее нахождение боевики было. Вот туда примерно стреляли. Дальше прошла коробочка, скорее всего, боевиков, потому что там гражданское население уже не передвигается. Уже очень давно, уже около недели двух-трех. И пытались коробочку накрыть и перемещение боевиков. А яка відстань? 3,5 километра. От 3,5 до 4. А реально с такой відстані попасти? Реально. Корректировка огня, и реально можно попасть. Обстрелы ведутся по нам каждый день. Не соврать, не было военного пребывания около месяца. Здесь около 2-3 дней только не было обстрелов со стороны боевиков. В основном обстрел ведется минометами. Минометами бывает подходят с села АГСами обстреливают.